Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы напишем интересный пейзаж по фотографии, которую вы видите возле меня. Мы будем отталкиваться от этой фотографии и на ее основе, на основе ее вдохновения будем писать пейзажик. Лесной солнечный пейзаж. Для этой работы нам очень пригодятся вот такие веерные кисти. С одной стороны они узкие, а с другой стороны они такие вот лохматые. Я сейчас покажу место своей импровизированной студии, где мы будем записывать данный урок. Возможно, вам тоже будет это интересно. Мое рабочее место, у меня их два, одно позади меня, второе сейчас я вам покажу возле окна. Вот такое рабочее место. Основной источник света идет от окна. Сейчас небо покрыто тучками, поэтому солнца нету и свет достаточно равномерный. Что нам и надо. Плюс у меня источник света. Я поставил по левую руку у меня кисточки. Основные кисти, которыми я работаю. Плюс поставил дополнительные, которые мне могут понадобиться. Ими я пользуюсь очень редко. В общем, холст. Такой вот пластик, на котором хорошо работать и акрилом, и маслом, потому что потом мастихином вся красочка ненужная снимается. Основной набор красок и вода. Я советую пользоваться, чем меньшим количеством красок вы пользуетесь, тем живопись у вас будет красивее. Ну что ж, такое рабочее место, и я думаю, стоит начать писать красивый пейзаж. Thank you.
Thank you.